А, да поехали. Е5. E5, конечно. О, смотри. Ну и чё, это что-то уже знакомое было такое. Мы напали на пешку. И что? Надо защищать. Кто ее будет защищать вообще? Ну, ферзь d5. Ферзь d5 нехороший ход. Ну а смотри, зато здесь может быть веселье. Где? После хода ферзь c5 его не будет. Это вилка. И смотри, на ферзь, допустим, куда он идет? На d2? У нас там... ничего нет. Нет, у нас есть ферзь c5. Сейчас неправильно сказал, надо было играть f6. Зачем? Чтобы развиться с темпом. Стоп, вот стоп, давай. Что ж ты делаешь? Нет, только не этой. Да почему не этой, объясни. Отлично, он не меняет ферзей. Забудь. Что делать? Дай мне ход. Вот сейчас будет гениальный ход. В чем гениальность этого? Как это у нас? Решение? Теперь у нас две замечательные линии. Теперь он c3 пойдет, у нас ничего нет. Ну и все, выводи коня быстрее. Ладно, ну смотри, зато ферзи не поменяли. Ты должен быть счастлив. Счастье великое. Слушай, ну то партия неплохая была в дебюте у Рома. Да, мне кажется, стоит повторить. Вот как я красиво под конец c4 встал, прям как надо. Не самое обидное, что видимо других ходов-то не было. Это единственный ход, чтобы удержать материал. Боже, какое избиение, хоть d6. Ничего, мы не удержим этот палец. Думаю, что удержим, конечно. Не верю. Я вижу выигрыш коня в 17 ходов. Ну, я думаю... Смотри, два хода. Конь f6, 2-0. И мы уже атакуем. Если он еще поможет, то рокернет в 2. Это будет вообще космос. Я думаю, он пойдет конь b5 сейчас, если честно. Зачем? С угрозой ферзь бьет d5. Нет. Нет, он сделал что-то другое. Тоже логично. Что делать? Конь c7. Как больше по-другому никак не сыграешь. Можно было хоть через d5 попробовать. Подменяться? Угу. О, отлично. А что отличного? Замечательный ход. Это нам... Мы можем же проигнорировать эту пешку. Конечно. Так-то кому она нужна? Возьмет? Ну и пускай. Ну, думаю, возьмет, но что делать теперь? Вот как-то вот эти фигурки стоят, хочется дать двойной удар. Нет, сейчас будет вот такой ход. Ну пусть будет, поменяемся с радостью. Ну, я с радостью поменяюсь. Ну понимаешь, тут еще вот здесь сейчас зависнет. Нормально. И он не дает нам рокироваться. Ничего страшного, рокируемся в длинную. Отлично. Прям под банку неси. Ну. Ты видишь, атака пошла. Вижу. Давление. Как ты не чувствуешь? Мне кажется, он уже ощущает, что что-то здесь не то. Почему сюда? Слушай, ты силен. Ты дёрг... Как ты умудрился дёргнуть мышку в последней стадии исполнения хода? А куда ты хотел? На f6. Ну че? Может так, так и ничего, кстати. Не, ну я чувствую, что ему не очень нравится эта позиция. Ну никому очень не нравится. Че, ой. Это случайно вышло.
Потому что ты любишь пощелкать. Да. А ты забрали пешку? Пей, может, просто. Годи, как думаю, как лучше. А смысл его когда развивать? А лучше так. Смысл короля развивать? Ну, а без ферзей мы уже так не пройдем. Король на Е2 лучше, чем на Е1 стоит, хотя это не факт. Блин, вот он сейчас все проигнорирует, вот видишь? Ну, теперь вот мы как-то выиграли полтемпа хотя бы. Вот деда 4. Зачем F5 на подходе, объясни. Ну ладно, я понимаю тебя. Нет, зачем. Что делать? Пешки не хватает. Ну F5 на предходе. Ну он же возьмет. Ну линию вскрываем. Для него? Ну да. Линия Е наша. Он уже этот конь на Е5 каком-нибудь поле. Как я туда поставил? А, ну кстати, он нам помогает вообще-то. Ну тогда у нас линия F теперь. Только нужно слона прогнать за B4. Он не взял. Может промежуток какой-то здесь есть? Е3 смотрю тоже. А в чем идея Е3? Ну, коня обидно убирать, в этом идея. Е3, король Е3, ладья Е8, король Е2, ладья Е2. Может быть еще пешечку взять и скинуть коня? Или будет совсем нагло? Нет, ладно, это слишком бредовая идея. Скидывать коня мы не будем. Ну, пойдем Е3. На коне 3, коне 5? Или нет? Ну, ладья Е8, но, конечно, это ничего не дает, если честно. Он просто убегает королем назад и все. Нужно конь F5. У меня там доедает кого-то. Да? Что-что? Конь F5 надо играть, чтобы пешку держать на B7. В NG7. Ну конь да, ну хотелось бы ладья E2, но это совершенно бессмысленно. Просто играть так. Ну, плохая позиция, безнадежная позиция. Единственный шанс нести флаг, и, конечно, мы это сделаем. По 5 минут. Какие-то агрессивные собачки. Да они вроде как добрые, но вроде как и не очень. Они добрые только в определенные моменты? Угу. Когда их кормишь, да? Замечательно. Заехали за пешку. Кстати, уже ничья, наверное, да, на доске? Белых снова лучше. Пешка за... Две пешки. Ну, это победа. Да, великая. Слушай, вот ты потерял тот креатив, который у тебя сегодня был в начале дня. Ну, я исправлюсь. В начале вечера. Соберись. Я отдупать надо еще выдать. В 5:40.